Ребят, всем привет! Рад вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре. Спасибо, что нашли время прийти и уделить очень интересную информацию. Мы сегодня, как обычно, поговорим про криптовалюты. Для тех, кто у нас сегодня впервые, ребята, поздравляю вас, вы узнаете о той новой инновационной сфере, которая уже пришла и скоро принесет целую смену эпох. Это очень важная информация, и сегодня я с гордостью могу вам представить нашего нового спикера Романа. Роман является большим специалистом, инвестором со стажем, и сегодняшний вебинар он проведет для вас. Давайте тепло встретим Романа. Я очень рад, что такой человек, большой специалист и профессионал в нашей компании. Роман, тебе слово. Да. Уважаемые дамы и господа, вот я с вами, и мне очень приятно работать сегодня и выступать о вас, и я думаю, что каждую неделю я буду выходить обязательно на связь, и для вас постараюсь проводить качественные вебинары, давать полезный контент, и помимо этого обязательно также я смогу для вас еще проводить и мастер-классы, посвященные и Instagram, и YouTube, и построение команд, ну, в принципе, нетворк-маркетинга, все это вы сможете узнать, и кто будет следить за нашими анонсами в группе, вы это все сможете увидеть. То есть подключайтесь к нашему Telegram-каналу, ВКонтакте, ну и, соответственно, следите за скайпом, и вы будете первыми, кто узнает все детали, наши события, развитие. И сегодня мы с вами проведем нашу встречу по новым обновленным слайдам. И я думаю, вам они понравятся. Кое-какие слайды вы уже видели, Александр, и презентовал для вас. И, соответственно, вы это все увидите. Друзья, немножко, может быть, идет шум. Вы меня слышите? Если у кого-то динамички, просто нужно добавить звук и все будет тут обены, как говорят в Италии. Отлично, хорошо, супер. И мы сегодня с вами, те, кто присутствует впервые, поговорим с вами о компании F-Trade. Я хочу сказать от себя, что действительно смотрел за компаниями, которые работают в сфере и криптовалют, и биткоин. Ну, на данный момент масса появилась компаний, которые говорят, вот у нас все супер, мы работаем, но как показывает статистика, все заточено только на партнерской программе, что привлекает F-Trade в первую очередь, что здесь акцент сделан именно на инвестициях, на трейдинге, и, соответственно, здесь включены две криптовалюты, это и биткоин, и эфириум. Это первая компания, которая именно в этом работает, и тот сайт, который создали сегодня, является действительно передовым. И недавно я общался с моими друзьями из США, которые проводят аналитику в сфере сайтов, то есть крупнейшая компания по интернет-маркетингу, и они оценили действительно сайт компании F-Trade как номер один сегодня не только на американском рынке или азиатском, но вообще в целом. Поэтому действительно приятно, что здесь все подошли и сделали не на коленке, а все работает очень качественно. И в первую очередь это меня очень привлекает, и, соответственно, здесь наш сайт является еще и надежным, то есть со степенью гарантии и безопасности, и, соответственно, все ваши данные зашифрованы, и не может быть такого фиаско, что завтра пропал бэкап, сайта нету, и error 404. То есть для вас это тоже должно быть аргументом, когда вы смотрите, какие компании сегодня присутствуют на рынке. И сегодня мы с вами поговорим как раз о мировом тренде в инвестиции, криптовалюту, эфириум. Но перед этим, дамы и господа, давайте немножко отойдем от темы и поздороваемся с вами, кто у нас сегодня присутствует, и какая у нас сегодня география, чтобы вас люди увидели, я увидел, какие сегодня присутствуют страны, чтобы понимать, какой у нас сегодня идет объем. Одесса, мама, Белоруссия, батька Лукашенко, Бишкек, Гуа, отличное место. Нижнекамск, Астрахань, Донбасс, привет, друзья, Уфа, Питер, Киев, Москва, Кр...
Днепр наш дорогой, Донецк. Супер. Также смотрю, у нас здесь и Казахстан есть наши дорогие. И Южная Корея даже. Тбилиси. Какой красивый город Тбилиси, Киров. Супер, друзья. У нас действительно сегодня большая география. И могу сказать, что компания очень активно работает. Особенно сейчас в Азии. Малайзия, Индия, Вьетнам. Там идет просто работа нон-стоп. Потому что по своей деятельности я знаю несколько иностранных языков. И бизнесом занимаюсь уже более 15 лет. Скажем так, нетворк-маркетингом я занимаюсь где-то порядка 6-7 лет. Но больше как инвестор, как человек-бизнес-промоутер. Но параллельно этим, соответственно, у меня есть еще свой бизнес по продаже недвижимости в Испании. Также сейчас активно занимаюсь недвижимостью и в Дубае. Поэтому всегда смотрел на то, чтобы деньги работали. И, соответственно, вот этой осенью я смотрел, какая компания сегодня есть на рынке, такая с большим фундаментом. И, соответственно, обратил внимание именно на компанию Втрейд. И, в первую очередь, я здесь являюсь крупным инвестором, то есть от 5 тысяч долларов. Соответственно, сейчас мне приятно не только инвестировать, но и развивать наш проект. Что правильно я делаю, дамы и господа, это рекламу еще и в интернете. То есть не по системе вот кому-то что-то навязывать, а если вы правильно настраиваете рекламу Facebook, Instagram, вот о чем у нас недавно был вебинар, рассказывали, это действительно является очень хорошим для вас подспорьем. Плюс не забывайте про YouTube ролики, если вы сами выступаете, люди сами будут к вам тянуться. Если сегодня вы являетесь не каким-то большим оратором или мало о вас знают люди, не нужно сразу же выставлять фотографии возле крутых тачек. То есть вы должны показывать себя, что вы собираетесь здесь зарабатывать, и, соответственно, такая же аудиенция к вам будет приходить и к вам стремиться. Если вы являетесь сегодня уже таким лидером, кто у вас уже есть команды, соответственно, вам достаточно будет просто делать правильные посты, и, соответственно, люди будут к вам стремиться. И вот на эту тематику мы тоже с вами побеседуем. Я думаю, через недельку-две мы для вас подготовим авторский тренинг, где вам будет рассказано, каким образом правильно вести себя, позиционировать, как правильно работать в соцсетях, для того, чтобы эта мина выглядела не как сегодня у нас вот русский интернет построен на том, что много спама, много какого-то навязывания. В Европе люди работают совершенно по-другому. И мы будем стараться вам прививать именно европейский метод работы, в Америке как работают люди в этой сфере. И вам будет очень приятно узнать все новости и тренды. Соответственно, также я провожу встречи и на английском, немецком, итальянских языках, потому что долгое время прожил в Европе. И если у вас будут дополнительные вопросы, либо клиенты, мы также сможем объяснить вашим иностранным партнерам, как работает бизнес. Слава Богу, компания нам помогает это сделать, что у нас на сайт переведен сегодня уже более чем на 12 иностранных языков. У вас полностью подготовленная программа для того, чтобы вы могли делать и лендинги, и сайт показывать, и баннеры. Это очень хорошо, что мы не должны это делать самостоятельно. Компания все делает, и каждый день какая-то ниточка дополнительно дорабатывается, и, соответственно, вы можете это видеть и обновление всей работы. И сейчас мы с вами давайте окунемся немножечко в историю, и для того, чтобы постепенно вы понимали, к чему мы сейчас приходим, начинаем с вами о том, что было изначально, да, каким образом люди начинали рассчитываться. То есть в 18 веке, да, у нас были бумажные ассигнации, то есть с этого начиналась у нас работа, все помнят «Пираты Карибского моря», как это было. Далее у нас в 30-х годах появились чековые книжки, после этого у нас были 70-е годы, это пластиковые карты, хотя до этого люди не понимали, как это с пластиковой карточкой можно рассчитываться. Сегодня уже пластиковые карты есть даже у маленьких деток, они рассчитываются там в школе или там в садике, даже есть такие моменты. И уже сейчас 80% работает по безналичной форме оплаты. То есть, если мы сейчас с вами посмотрим на Швецию, то там практически уже сейчас отменили полностью деньги. То есть люди работают с помощью банковских карт. И вот как раз 17-20 годы это будут заточены на работу с криптовалютой. И блокчейн, собственно, это является биткоин, и эфириум, это новая платформа, это инновации, к которым мы сейчас с вами придем. Пока что в странах СНГ на это все смотрят на нечто инородное. Это не работает, это непонятно, хотя даже я общаюсь
с крупными предпринимателями, которые работают, вот, купил, продал, построил. То есть, когда ты им говоришь, что есть бизнес, криптовалюта, они говорят, ну как, я не могу это пощупать, я не могу это привести на склад. То есть, многие у нас там понимают. И мы будем стараться для и крупных инвесторов это объяснять. Вы также можете приглашать на наши вебинары, чтобы понять концепцию и суть, что сегодня бизнес не только заточен о том, что вот купили что-то, продали, получили деньги, дальше вложили. Вы это можете делать, соответственно, как я работаю в своем бизнесе, но параллельно с этим нужно понимать, что инвестиция именно в криптовалюту, это является важным и хорошим аргументом для того, чтобы вы могли расширить свой портфель инвестиций. Соответственно, с этим мы с вами сегодня поговорим, и я вам об этом расскажу. Я думаю, вы заметили сегодня, что идет тенденция того, что на доллар, либо на рубль, либо на тенге, либо на гривну вы сможете купить намного меньше, чем вы могли покупать там 5 лет назад, 10 лет назад, 20 лет назад и так далее. Собственно говоря, если вы инвестируете свои деньги именно в криптовалюту, ваши деньги начинают расти. То есть, если мы посмотрим на тенденции того же биткоина, даже что было у нас недалеко ходить, это в августе месяце стоимость была порядка 700 долларов. Сегодня биткоин уже стоит 1000 долларов. Да, то есть есть определенные скачки, поднимается курс, также сама опускается, но при этом вы увидите, что вы на этом сможете зарабатывать. И как раз с помощью компании F-Trade я вам покажу, каким образом вы сможете в этом преуспеть. Но перед этим, как мы начнем с вами более подробнее говорить, сейчас мы с вами посмотрим еще официальный ролик от компании F-Trade. И мы будем также проводить наши вебинары, чтобы вы могли еще и получать интересные факты о компании, что сегодня является в мире и проводится на это уже и есть официальные видеоисточники. Итак, давайте вместе с вами посмотрим. Внимание на экран. Рад вас приветствовать. Я выступаю от лица исполнительного директора Эрика Бонди. Мы – команда профессиональных и амбициозных трейдеров и менеджеров. Наша цель – рассказать инвесторам во всем мире об уникальной платформе Ethereum, а также заниматься ее продвижением и развитием. На базе этой платформы мы основали торговую компанию ETHTrade для управления инвестиционными активами наших клиентов и получения прибыли благодаря волатильности курсов Ethereum'а. Мы предоставляем возможность сохранять и приумножать ваши инвестиции, получая прибыль от торгов на курсах Ethereum'а и других альткоинов. Ethereum представляет собой децентрализованную платформу для разработки умных контрактов и приложений для различных целей и задач. Ethereum доступен на крупнейших мировых криптовалютных биржах и является значимой частью биржевой торговли в целом. Ник Шаба сказал, что биткоин – это всего лишь карманный калькулятор. Ethereum же является компьютером общего назначения. Ethereum может решить любую проблему, которую способен решить компьютер. Однако более надежно и безопасно, ведь стабильность сети гарантирует более 6000 компьютеров по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите ethtrade.org или официальный сайт Ethereum. Наша компания торгует валютными парами, такими как Ethereum Bitcoin, Ethereum Dollar и Steam Bitcoin и другими альткоинами, а также предлагает увеличение ваших первоначальных инвестиций до 25% ежемесячно благодаря сервису финансового управления на нашей платформе. Подробная информация и результаты доступны сразу после регистрации. Мы обеспечиваем высококачественное доверительное управление, профессиональную торговлю и предоставляем нашим клиентам подробные отчеты о состоянии их финансовых активов. Использование различных торговых стратегий позволяет получать прибыль независимо от экономической ситуации в мире. Мы торгуем эфириумом и другими альткоинами как при росте их цены, так и при падении курса. Благодаря работе наших профессиональных трейдеров все ваши инвестиции увеличиваются ежедневно. Зарегистрируйте бесплатный аккаунт на платформе ethtrade.org, начните торговать сами, либо доверьте управление вашим депозитом профессионалам. ETHTRADE.
Будущее уже началось. Отлично, дамы и господа, мы с вами посмотрели коротенький ролик от самой компании, чтобы вы понимали суть, как работает сейчас компания и о чем сегодня есть правильным трендом инвестиций. Почему, друзья, действительно будущее сегодня за криптовалютой? Потому что здесь сегодня нет ни инфляции, доступной абсолютно каждому клиенту, коррупции нет, полная прозрачность, защита ваших инвестиций, честность и равенство. Потому что сегодня, если кто-то говорит, вот я буду инвестировать в банк, в Сбербанк, Сбербанк мне гарантирует, если будет фиаско и, ну, допустим, банк закроется, вернуть деньги. Друзья, нужно смотреть на эти вещи здравым умом. То есть, если сегодня, не дай бог, закрывается Сбербанк, либо Приватбанк в Украине, там находится 70% активов всех граждан России, либо Украины, допустим. И поверьте, нечем просто отдавать такому количеству миллионов людей миллиарды рублей. Соответственно, если вы поставите на то, чтобы государство вам вернуло депозиты, ну, поверьте, это нужно будет продать 3 «Газпрома», чтобы можно было вернуть. Поэтому кто-то говорит, что инвестировать в банк – это круто. Поверьте, это просто сказки Венского леса. Поэтому нужно это смотреть здравым умом. Как раз инвестиция в криптовалюту, здесь всегда деньги остаются за вами. Даже вот я могу сейчас сказать, что по работе с клиентами, кто сейчас занимается недвижимостью, для того, чтобы передавать деньги, допустим, из России там, в Испанию, в Дубай, в США, нет необходимости сегодня передавать деньги через SWIFT-перевод. Вам достаточно зайти на обменный там какой-нибудь кошелек, купить биткоины, передать это другому человеку, неважно, где он находится, в Филиппине, в Филиппинах или в Австралии, или где-нибудь в Сургуте, он обменял, либо они у него находятся. Иногда были такие даже случаи, что клиент покупал биткоины, и когда он расплачивался, он еще на этом экономил себе 5-10-15%. То есть, к примеру, припустим, человек покупает недвижимость себе, там стоимость была, он одну покупал биткоин за $700, допустим, в сентябре месяце, а сегодня биткоин стоит уже $1026. То есть он уже на этом зарабатывает себе деньги. Либо клиент, который продает что-то, он купил, ему продали это в биткоинах, соответственно, он тоже на этом сделал себе дополнительный профиль. Я думаю, понимаете, о чем я сейчас говорю. Соответственно, на этом вы сможете зарабатывать хорошие деньги. Биткоин никуда не пропадет, он всегда будет расти в цене. И, соответственно, эфириум, мы тоже об этом с вами поговорим, тоже будет расти в цене, но это как долгоиграющее вино. То есть сейчас начинает постепенно набирать обороты. Знаете, когда вы приходите, допустим, в какой-нибудь клуб, сначала играет легкая музыка, потом все сильнее, 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 и потом уже самый такой нон-стоп начинается там в 3 часа ночи. То есть, соответственно, здесь. То есть мы к этому дойдем, когда у нас будет 3 часа ночи, и мы будем все танцевать, потому что когда-то мы купили по очень хорошей цене. Сегодня эта цена там $12-14 стоит за одну единицу. Поэтому сейчас вы это можете сделать, потому что через год вы сможете хорошо удвоиться, утроиться, может даже больше. Ну, посмотрим, что будет проходить. Как говорится, мои слова, да богу уши. Ну, соответственно, те люди, которые развивают эфириум, это тоже немаловажно. И сегодня, если мы посмотрим с вами на статистику, что около 7 миллиардов человек, чуть плюс-минус, находится у нас на нашем земном шаре, и доступ у нас банкам находится всего лишь у 1 миллиарда человек, то есть видите, какие критерии. Доступ к смартфону есть только у 3 миллиардов, и сегодня где-то 60% изучают криптовалюту, это именно в развитых странах. То есть если брать статистику по СНГ, то здесь всего лишь 15%. То есть статистика, как видите, очень унылая. И меньше 10% людей вообще слышали о криптовалюте. Из них только 10% вообще понимают, что это потенциал. Я вам уже приводил примеры. И 10% из этих же знают, как можно на этом зарабатывать. Поэтому, дамы и господа, очень важно посещать такого рода вебинары, смотреть YouTube-канал, читать полезные статьи, и, соответственно, вы на этом сможете зарабатывать хорошие деньги, инвестируя не в банки, а именно в криптовалюту. И здесь ваши деньги будут всегда находиться в надежном и в правильном состоянии, при том, что они еще будут и приумножаться. Итак, что такое криптовалюта на практике, если мы с вами посмотрим. То есть кто-то говорит, это монета, это больше монета, это такая валюта. То есть с помощью ее она доступна полностью любому клиенту. То есть у вас есть определенный зашифрованный код, и вы с этим кодом
можете зайти на какой-нибудь обменник, поменять и получить себе деньги либо в рублях, либо в евро, либо в долларах. Это очень удобно делается. То есть передается все полностью без посредника, то, как я вам приводил пример по недвижимости. Это полностью анонимно, не контролируется таким образом государством, банком, то есть это полностью является вашей собственностью. Ну и самое приятное, что здесь вы можете переводить деньги от 1000 до бесконечности. Соответственно, если у вас есть определенная сумма, вы можете отправить любому знакомому, другу, партнеру, и этот клиент получит свои деньги. То есть как только там блокчейн обработает данную заявку, вы получаете эти деньги, и они находятся и у вас. То есть это очень приятно, что невозможно конфисковать, каким-то образом обложить налогом. То есть вы знаете, когда вы занимаетесь бизнесом, если у вас приходит большое количество денег к вам на карточку, на ваш счет, то есть определенные фискальные органы могут прийти к вам и спросить, откуда дровишки вестимы, да, как у нас было с одной сказки, ну а здесь откуда у вас денежки. То есть, соответственно, здесь у вас есть возможность инвестировать и получать хорошие деньги. Если мы сейчас с вами посмотрим на график цены биткоина, как раз в 2009 году он начал расти и вырос уже сегодня более чем на 60 000%. То есть действительно цифра очень внушительная, это всего лишь за 5 лет. И как раз вот о чем мы сегодня с вами поговорим, как быстро набирает темпы и новая криптовалюта 2.0, это эфириум. То есть это сегодня является валютой второе после биткоина, но я думаю в ближайшее время будет монетой, и эфир, и сам эфириум платформа будет номер один. То есть если мы посмотрим сегодня с вами на этот слайд, то увеличился биткоин более чем в 1000 раз за последние 7 лет. Капитализация составляет более 10 миллиардов, но эфириум сделал, если мы берем статистику, это намного быстрее. То есть сегодня уже выросла более чем в 30 раз, капитализация составляет уже более 1 миллиард, и средний доход, оборот составляет от 30 миллиардов до 60. Поэтому это очень быстро. Есть еще и стимит, но он только начинает набирать обороты, но сегодня мы с вами говорим именно о том, чем занимается сама компания F-Trade. То есть это волатильность работы биткоина, эфириум, и криптовалюта сегодня является новой реальностью. То есть на этом вы сможете зарабатывать хорошие, друзья, деньги. Я думаю, я вам уже привел пример. И сейчас на этом слайде вы можете видеть те люди, которые инвестировали свои деньги в 2009 году в биткоин, заработали очень хорошие деньги. То есть здесь всего лишь 5 человек. На самом деле сегодня находится более 15 000 долларовых миллионеров, которые заработали деньги на биткоины. То есть в свое время они инвестировали и, соответственно, на этом сейчас получают хорошие дивиденды. И дальше, когда у вас есть уже дополнительные средства, вы можете уже расширять свой кругозор и делать инвестицию, будь то в недвижимость, в строительство, в агросектор, куда хотите, в ресторанный бизнес. То есть, и, соответственно, вы на этом сможете зарабатывать. Поэтому если у вас сегодня есть дополнительные средства, моя вам рекомендация инвестировать в криптовалюту, год-два подождать, набрали определенный баланс, далее это все перевели в доллары, либо в рубль, и можете дальше открывать свой собственный бизнес. Таким образом, все очень удобно работает. Блокчейн, друзья, кто из вас слышал, что такое блокчейн? Поставьте мне плюсик, кто слышал, минус, кто вообще не понимает, о чем идет речь. Отлично, вот то, о чем я с вами говорил, что вот банки — это является централизованной системой. То есть я думаю, вы сталкивались с таким, что иногда приходите в банк, вам говорят, что извините, система висит, или что-то происходит с системой, там полностью хакеры залезли, что-то взломали и так далее. Вот как раз блокчейн — это новая мощнейшая система, это множество компьютеров и серверов, которые объединяются в одну вычислительную мощность. И это сделано для того, чтобы проводить всевозможные транзакции и операции. То есть представьте себе, что вот можно проводить с помощью блокчейна даже выборы, где невозможно что-то подделать, украсть, изменить данные. Если вам нужно там продать машину, тоже можно сделать с помощью блокчейна. То есть определенные смарт-контракты, то есть умный контракт, смарт — это умный, переводится с английского языка. То есть вот с помощью этой системы, вот мы к этому подойдем, я имею в виду в странах СНГ, но в Европе уже этим начинают активно пользоваться, потому что там люди работают честно,
правильно, и, соответственно, здесь у вас не возникает никаких проблем. То есть, что по централизации? То есть, здесь все объединено в какой-либо один компьютер. И этот компьютер, если ломается, то все, как надо запомнить, полундра, электричество кончилось, все, невозможно ничего сделать. Соответственно, когда все объединяется к одному общему сервису, это является большой-большой проблемой. И с помощью блокчейн вы избегаете такой проблемы, потому что минусы, как я вам сказал, у централизованной системы можно уничтожить, стереть данные, арестовать, конфисковать, воздействовать, собственно говоря, напрямую на владельца. Да, там пришли, допустим, компанию закрыли, все, сервера все позабирали, как у нас это случается часто, когда происходят какие-либо трейдерские захваты. С помощью блокчейна вы абсолютно от этого независимо. У вас полностью бизнес работает как часики, и никто не может подойти к вам что-либо сделать. Вот отдай блокчейн, мы сейчас зайдем, конфискуем, либо удалим. То есть, если мы посмотрим на это глобально, это новая эра развития бизнеса. Вот к этому нужно подойти. И как раз сегодня я вам еще покажу небольшой видеоролик, о чем мы уже сегодня говорили в Москве, и почему за этим действительно хорошее будущее. Поэтому блокчейн – это цепочка данных, которые сегодня невозможно изменить, разорвать, удалить. Это будущее с помощью NIC, с помощью блокчейна можно делать смарт-контракт, я уже привел примеры, и, соответственно, проводить любые сделки, любые операции. И Ethereum, вот к чему мы сейчас с вами подходим, это является для вас безграничной возможностью, потому что это платформа 2.0, то есть это намного больше, намного лучше, чем биткоин. То есть это по факту является новым мировым компьютером. То есть, я думаю, помните, мы с вами смотрели фильмы вот про мировые компьютеры, которые воздействуют. Да, не воздействуют напрямую на Вселенную, либо на человека, но это система, которая позволит нам в будущем совершенно по-другому проводить финансовые сделки и операции. И я вам покажу обязательно небольшой ролик об этом. Если мы посмотрим с вами на биткоин и на эфириум, то как раз биткоин уже по сравнению с эфириум является маленьким калькулятором. Да, то есть здесь тоже можно проводить какие-либо финансовые операции, можно переводить деньги, но FTX со собственной монетой эфир, это является уже мощным компьютером, таким Mac Pro по сравнению с просто с биткоином. Это действительно за этим будущее. Создатель эфириум является наш соратник Виталий Бутерин. Он со своими родителями приехал в свое время в Канаду, хорошо общается и на русском, и на английском языке. Приезжал недавно и в Москву. И сейчас давайте с вами посмотрим небольшой видеоролик о данном гении и дальше поговорим с вами еще и о самой платформе эфириум. Так, друзья, давайте внимательно посмотрим. Ну, на Виталика, конечно, сильное впечатление произвел этот визит в Россию. Нам удалось провести большое количество очень интересных, продуктивных встреч. Написав white paper, по сути, на листе бумаги, изложив свою концепцию, смог очень быстро собрать 18 миллионов долларов для развития своей платформы, для реализации своей идеи. И сегодня капитализация фонда Ethereum доходит, по сути, до миллиарда евро. И это все произошло на моих глазах за последние там, 2 года. Я, конечно, не мог не обратить внимания на этот проект, попытался разобраться, в чем суть технологии блокчейн, чем занимается Ethereum, и понял, что мог бы помочь в адаптации этой платформы не только в России или там в странах ближнего зарубежья, но и вообще в некоторых других странах в мире. Платформа Ethereum и Виталик Бутерин, как ее создатель, привлек огромное внимание крупнейших корпораций мира. Мы сделали первый шаг, попытались рассказать об этой технологии в России. На конференцию, которую мы провели на площадке Сколково, пришло более чем 300 разработчиков. И поговорить о том, как технология Ethereum могла бы интегрироваться в версии будущих продуктов. А с одной из компаний, Acronis, нам удалось даже заключить соглашение о сотрудничестве. Для нас было важно встретиться также с инвестиционными фондами российскими, показать возможности, перспективы инвестиций в российские стартапы, которые занимаются разработкой приложений на платформе Ethereum. Очень здорово, что нам удалось встретиться с представителями власти, Центральным банком. Платформа Ethereum, она бесплатная и общедоступна. Если внедрить эту технологию в крупный бизнес, государственные институты, то это сэкономит, высвободит гигантские, колоссальные средства, которые могут быть направлены и использованы в других областях. Это даст огромный толчок экономике нашей страны, который ей необходим. Да, друзья, поэтому я думаю,
думаю, мы с вами понимаем потенциал, и об этом говорим не только мы на наших вебинарах, где находится более 100 человек, а об этом говорят профессионалы своего дела, и за этим большое будущее. И как раз то, что сегодня делает компания F-Trade, это популяризирует данную платформу, помогает ее развитию. Вот на данном слайде вы видите команду профессиональных разработчиков, которые помогают развитию самой Ethereum. У нас даже значок похожий самой платформы Ethereum. Это так называемое детище, которое сегодня F-Trade собирается развить. Ну, видеоролик вы сейчас посмотрели, и его запустил 22-летний вундеркинд Виталий Бутерин. То есть очень приятно, что это является нашим с вами соратником, и такие умы работают не только на Европу, на США, но и также приезжают в Россию и помогают развитию еще и для наших стран СНГ. Сейчас небольшие факты о самой криптовалюте эфир, то есть сама монета, с помощью которой мы с вами рассчитываемся. Это вторая криптовалюта после биткоин. Создана она была в 2015 году, и, соответственно, вы сейчас уже услышали, какие есть сегодня колоссальные возможности роста и развития. Капитализация уже дошла более чем выше даже 1 миллиарда долларов, рост превысил 3000% и является сегодня котировкой на большинстве бирж и является топливом для всех смарт-контрактов. То есть смарт-контракт, я вам уже объяснил, что это безопасные сделки, неважно, что вы продаете. Автомобиль, заключаете какую-то сделку, покупаете недвижимость, все это можно делать грамотно с помощью смарт-контракта. И сейчас давайте с вами посмотрим информацию также на официальном ресурсе о валюте Ethereum. Давайте посмотрим с вами. Создать свою валюту сегодня не проблема. Печатать ее не обязательно. Подойдет и виртуальный вариант. Криптоденьги не единственное применение технологии блокчейн. Какие еще возможности дают распределенные базы данных, выяснил Федор Барков. Представьте себе компьютер, который нельзя выключить, а программы на нем закрыть. Так работает вычислительная машина Ethereum, первый в мире по-настоящему распределенный процессор. Для работы на нем нужен эфир, специальная криптовалюта. Ее капитализация сейчас превышает 600 миллионов долларов. Эфир – вторая по популярности криптовалюта после биткоина. С начала года ее цена выросла в 7 раз. Эфириум позволяет заключать так называемые умные контракты – договоры, за исполнением которых следит машина, а не люди, которых можно подкупить или запугать. Новая технология уже привлекла внимание банковского консорциума R3, корпорации IBM и даже Сбербанка, который построил на основе эфириума систему управления счетами по доверенности. Распределенному компьютеру можно доверить управление акционерным обществом. В Великобритании и Сингапуре можно зарегистрировать автономную распределенную организацию. Ей управляет программа, которую утвердили акционеры. Это сильно повышает прозрачность при принятии решений и дает больший контроль над расходом средств. Распределенному компьютеру находят и более интересные применения. Например, немецкий стартап Slockit использует электронные замки, которыми управляет Ethereum, чтобы позволить пользователям напрямую, без посредников, сдавать в аренду любую собственность, от квартиры до велосипеда. Только одна эта компания может составить серьезную конкуренцию сразу Airbnb и Uber. Распределенные вычисления и распределенные базы данных могут в очередной раз переделать ландшафт интернет-экономики. Уважаемые дамы и господа, как видите, не зря я вам показал сейчас все эти видеоролики. Об этом говорит и канал «Россия», и на Первом национальном канале об этом говорят, и встречи проходят в Москве. Как раз сейчас вот платформа Ethereum позволяет вам зарабатывать хорошие деньги. И компания F-Trade это является мировым трендом инвестиций в криптовалюту. И специально мы сделали небольшое отступление для того, чтобы вы понимали концепцию и вообще, что такое криптовалюта и почему именно F-Trade этим занимается и каким образом будут работать ваши инвестиции и вы сможете зарабатывать хорошие деньги. И как раз сейчас мы с вами поговорим уже непосредственно о самой компании F-Trade. Компания F-Trade является криптовалютным трейдером и зарабатывает деньги, вернее, трейдеры зарабатывают на волатильности курса биткоина, либо эфириум, они знают, каким образом это правильно делать. И в зависимости от того, что, допустим, сейчас курс биткоина растет, а эфириум, допустим, падает, на этом балансе
компания зарабатывает хорошие деньги. И всю статистику и отчеты компания полностью открыта, делится с вами, и вы это все сможете лицезреть. Компьютерные биржи предоставлены сейчас на данном слайде, где компания работает. И как я вам сказал, что, допустим, если где-то идет падение, где-то идет рост, вот на этом как раз закрепляется компания, делает правильные торги, зарабатывает для вас деньги. Соответственно, если вы сегодня являетесь также профессиональным трейдером, кто работает с криптовалютами, вы можете работать в самой компании F-Trade. То есть она набирает опытных специалистов. Также я вам сейчас, если интересует, вчера мы общались с Александром Репринцевым, он давал нам ссылочку, и вы сможете получить еще информацию полностью о том, как работает сегодня трейдер. Я сейчас вам дам ссылочку, секундочку. Ссылочки, если у вас будут задавать клиенты вопросы, а правда ли у вас работают трейдеры, да, вот сейчас и Александр помог мне, да, и вы можете полностью всю статистику увидеть, как работают торги, и для вас это является поспорьем, для того, чтобы вы могли показывать для ваших будущих клиентов, и либо для себя, для того, чтобы была уверенность компании, вы могли видеть, как работает компания. Что сегодня предлагает платформа F-Trade? То есть это развиваться с наиболее динамичным явлением 21 века, это Ethereum и блокчейн. Сейчас мы это с вами более подробнее рассмотрели, я вам рассказал. Вы можете получать дополнительный стабильный доход от 15 до 25% по стандартной схеме. Есть еще возможность для топ-трейдеров это зарабатывать до 30%. Здесь идет инвестиции уже от 5000 и до 100 тысяч долларов. Вы можете участвовать в хорошей, щедрой партнерской программе. Сегодня мы об этом тоже с вами поговорим. И, соответственно, то, о чем я говорил, вы можете получать теоретические и практические знания по торговле с криптовалютами. То есть все это полностью компания предоставляет вам абсолютно бесплатно. Также компания, хочу сказать, что сегодня зарегистрирована в зоне финтех проектов и стартапов, это в Гонконге. Очень приятно, что компания не работает, не зарегистрирована где-нибудь там в Белизе, или в Доминикане, или в других офшорных зонах на Кипре. Могу сказать, что сегодня даже масса компаний, которые работают а-ля на Великобритании, ну, могу сказать, что сделать там псевдорегистрацию можно за 2 часа. Вот в Гонконге действительно нужно проходить определенную сертификацию. В компании есть офис, и это все полностью наглядно. Вы можете зайти, скачать официальные документы с печатями. И это очень приятно, что компания сделала именно правильный шаг к развитию, полностью демонстрирует свой подход и открыта для всех своих клиентов. И здесь небольшая статистика для вас приведена, что компания была основана в 2015 году. Работает в Гонконге, имеет тоже ряд представительств по всему миру, также сейчас и в России открываются определенные клубы, и мы об этом с вами поговорим, как вы сможете тоже открыть клуб в вашем регионе и проводить живые встречи. Сегодня уже сайт переведен более чем на 15 различных языков, это очень приятно работать с разными странами. Работает сегодня более чем в 40 странах мира. Работает уже на сегодня 110 активных участников, кто инвестирует и зарабатывает. Также для вас подготовлены полностью все материалы, которые вы можете использовать. Это и баннеры, рекламные тексты, визиточки. Все это можете скачать на разных языках, отдать типографию, вам напечатают, и вам не нужно заморачиваться, так скажем, на сленге. И все сделано для вас, для вашего удобства. Есть очень хорошая уникальная программа для открытия ваших клубов, для того, чтобы вы могли проводить встречи. Разработана специальная программа для трейдеров. Компания заработала уже более 1,5 миллиона долларов с помощью своей работы и выплатила более 300 тысяч долларов для своих активных агентов, кто развивает бизнес, соответственно, рекомендует, и вы на этом тоже сможете зарабатывать хорошие деньги. Вот подробные отчеты, они полностью все верны. Вы можете заходить на официальные сайты, смотреть, как работает компания, и вся статистика
то его есть здесь. То есть компания не просто дает цифры, а публикует для вас скриншоты. То есть скриншоты своей работы, и вы можете заходить, смотреть, анализировать, и, соответственно, каждый день компания делится с вами отчетами. Вы получаете недельный отчет, отчет за месяц, отчет за год. Все это можете скачать на официальном сайте. То есть компания, команда достаточно молодая, амбициозная. Мы в трейд сейчас дополнительные лица появились на сайте, но самое главное, что в компании есть люди, которые сегодня работают и зарабатывают. 300 тысяч как раз те клиенты, которым выплачены дивиденды по партнерской программе. Потому что сегодня это было в 2016 году, сегодня это уже намного больше получили дивидендов. Те клиенты, которые развивают бизнес, то есть те, которые получают дополнительный доход по партнерской программе. То есть схема работы в компании достаточно проста. То есть вы сегодня можете зарабатывать деньги, даже не инвестировать, то есть с помощью партнерской программы. Плюс бесплатная для вас существует регистрация, либо можете делать инвестицию от $10. Также у вас есть возможность передачи инвестиционных средств в доверительное управление компании, то есть компания начинает зарабатывать. Происходит торговля эфириум на бирже криптовалют, и полная отчетность у вас есть. И, соответственно, происходит равноценное распределение итоговой прибыли между компанией и ее инвесторами. То есть инвесторы получают в среднем 15%, и вы это можете увидеть, тоже воспользовавшись дополнительным калькулятором, который у вас есть. И сейчас, дамы и господа, мы с вами разберем именно инвестиционные программы. Для вас мы сегодня подготовили определенные слайды уже с цифрами, то есть они взяты, эти цифры, с нашего калькулятора, то есть это примерный доход, чтобы вы могли оперировать цифрами, сколько же примерно я зарабатываю, что ли, 100 инвестиций. И сейчас мы с вами посмотрим. Итак, доходность у нас в среднем 15-25%, инвестиции от 10 до 30 тысяч, это по стандартной схеме, о чем я вам говорил, и возможность инвестиций у вас в доллар, биткоин, либо эфириум. То есть мы вам рекомендуем как доллар инвестировать, если вы хотите сразу же получать долларов. Если есть желание получать деньги еще на росте криптовалют, то вы инвестируете в биткоин, либо в эфириум. Итак, минимальная сумма инвестиций у вас в компании составляет $10. Далее вы получаете 15-25%. И сейчас я хотел с вами заострить внимание, что рекомендуемый период инвестирования составляет 60 рабочих дней. И далее, если вы хотите, допустим, свои деньги вывести само тело ранее, чем до 30 дней, то компания за это возьмет с вас 30%. Если от 30 до 60 дней, здесь у вас вывод, когда составляет только 30% от самого тела, 0%. Если от 30% до 50 дней от портфеля, это 10%. Если вывод составляет от 50% до 100%, то это 15%. И после 60 дней вы сможете выводить без каких-либо проблем полностью ваше тело депозита. Допустим, вы инвестировали $1000, $1000 отработало, 60 дней прошло, а дни считаются у вас в вашем кабинете. Нажимаете на кнопочку «Вывести», либо дальше эти деньги работают. То есть делать кнопочку «Опять реинвестировать» вам нет необходимости. То есть в портфеле у вас работает все время, пока ваши деньги находятся в компании. При том, что комиссия за вывод прибыли абсолютно отсутствует, регламент обработки заявок составляет где-то 3-5 рабочих дней. То есть если вы поставили деньги на вывод, прошло 3 дня, и ваши деньги приходят на ваш кошелек. Таким образом выглядит ваш личный кабинет. Вот левый верхний квадратик, здесь находится ваш статус компании, сколько вы вложили, сколько вы вывели. Соответственно, здесь также показано квадратик, это биткоин, дальше треугольник такой у нас ромб, это эфириум, ну и доллар, соответственно, доллар. Внизу находится ваша реферальная ссылочка, по которой вы можете приглашать ваших знакомых, клиентов. Ну и вот калькуляторы доходности, сейчас как раз увидите эти цифры, взят именно здесь. Здесь дополнительно еще появилась у нас колоночка и топ-трейд. Далее нижний левый квадрат. Здесь вы можете инвестировать ваши деньги, смотреть сумму, вбивать. Хочу сказать, что инвестиция в компании для новичков составляет до $500. Это первый платеж, который вы сделать можете. Если вы хотите, допустим, сразу же инвестировать там $3000, то у вас есть такая возможность. Для этого вы делаете запрос на саппорт, на поддержку. Пишите, можете на русском языке сегодня писать. И, соответственно, компания в течение там суток активирует вам статус Метрополис, где инвестиция возможна до $3000 разово. И тем самым вы можете, если инвестируете сразу же 3000, то остаетесь на
данном статусе. Если вы не хотите заморачиваться с тем, чтобы писать письма, вы можете сделать разовую инвестицию, допустим, $500. Далее у вас активируется уже следующий уровень компании, и можете делать следующую инвестицию уже на $1000. То есть тем самым вы можете делать это очень удобно. И сейчас для вас предоставлен первый вариант инвестиций. Вот такой слайд с цифрами для тех, кто любит видеть, сколько же примерно он зарабатывает. Здесь приведены для вас дни 60, в среднем там берем 120 дней, 180 дней и 360 дней. Друзья, 360 дней это не год, который календарный, а 360 рабочих дней. То есть рабочий день это, соответственно, с понедельника по пятницу, тогда, когда работают трейдеры. Если мы возьмем с вами инвестицию, допустим, на $1000, то здесь вы получаете за 60 дней $450, то есть деньги вам поступают, вы можете каждый день их выводить. 120 дней это $950, 180 дней это 1450 и 360 рабочих дней это $2850. То есть это примерный показатель, он может варьироваться, но это цифры взяты с нашего калькулятора, и соответственно вы можете примерно понимать, сколько вы получаете доходность без автореинвеста. И в компании существует еще очень приятная возможность, это получать доходность с автореинвестом. То есть о чем идет речь? Что здесь получаете ваши проценты, которые начисляются вам каждый день, они прибавляются к вашему телу депозита, и на следующий день уже вы получаете больше, то есть, потому что тело ваше растет, и соответственно вы можете потом вывести свое тело вместе с вашими доходами через 60 рабочих дней. Итак, с 1000, допустим, с вами разбираем тоже на 60 дней. Здесь вы уже получаете $600, на 1120 дней вы получаете $1550, 180 дней вам принесут $3150 и за 360 рабочих дней, если вы оставляете работу, то есть это более чем один год, здесь уже вы получаете 16 тысяч, то есть достаточно хорошая цифра, вы получаете всего лишь с $1000, то есть при том, что возможно вы можете поставить деньги поработать там полгода на автореинвест, потом включить кнопочку без автореинвеста, чтобы деньги снять, потом дальше включить. То есть вы можете по-разному варьировать, включать автореинвест, отключать. Это уже хозяин-барин, вы можете полностью этим распоряжаться на ваше усмотрение. Но очень приятно, что компания для нас разработала такую возможность, как инвестировать с автореинвестом и получать доходность ежедневно. То есть вот на этом слайде приведен пример, допустим, если вы инвестировали деньги в биткоинах, то, соответственно, когда проходит определенный период, там 3 месяца, вы получили свою гарантированную прибыль и дополнительно еще получили доход по мере роста самой криптовалюты. То есть еще дополнительно получили дивиденды. То есть если, допустим, наш клиент инвестировал деньги в сентябре месяце, когда биткоин стоил $700, то сегодня он стоит уже $1000, то есть он еще имеет плюс $300 с каждого биткоина. То есть это очень приятно, на чем вы еще сможете зарабатывать дополнительные деньги. Ну и сейчас мы с вами, друзья, разберем партнерскую программу. То есть вы знаете, что сегодня, рекомендуя бизнес, вы можете зарабатывать хорошие деньги. Могу сказать, что вот Network Marketing, MLM бизнес очень активно развивается в США, в Европе, начиная с 70-х годов. У нас еще вот наш, скажем, человек, который работает и живет в России, в Беларуси, в Украине, в Казахстане, не имеет значения, на это еще смотрит, вот кому-то я что-то рекомендую. Есть такие фразы, вот ты с меня что-то получишь, я думаю, вы сталкивались с такими, почему-то такими значениями, хотя на самом деле здесь вам платит деньги компания за рекомендацию. То есть, наоборот, компания получает себе минус, потому что несет определенные убытки, естественно, компания зарабатывает на этом, но клиент инвестирует и 100% получает всю доходность, которую он инвестировал в компанию. И вот сегодня мы с вами поговорим о том еще, как вы дополнительно сможете даже без инвестиций, рекомендуя бизнес, зарабатывать хорошие деньги в компании. Существует определенных сегодня уже 6 статусов компании. Первый статус компании, это называется фронтир. То есть здесь у нас доходность небольшая, всего лишь 3 линии, это 3,2-1%. Но очень приятно, что вы еще сможете получать еще бонус и от прибыли. То есть, допустим, ваш клиент сегодня положил работать $1000. Ему понравилось, как это деньги работают. Он дальше оставляет работу, допустим, ставит автореинвест. Появилось у него еще дополнительные 2000, он еще оставил деньги работать. И вот если вы посмотрите на слайд, который он показывал, с $1000 на 360 рабочих дней, допустим, у него накопилось $16000, да, за этот период, то это если было бы у вас на первой линии,
вы с этого получили 3%, дали там 1%, еще 1%. То есть в чем интересен бизнес именно построение команды здесь? Что здесь вы получаете не только бонус от своей первой продажи, да, как в другом бизнесе вы один раз клиенту продали, допустим, работаем в Amway, вы продали порошок, вот на этом вы получили своих 10%. Здесь вы еще будете постоянно получать бонус еще от прибыли клиента. То есть мы хотим, чтобы компания долго работала, и, соответственно, чем дольше будет компания работать, тем больше вы будете получать прибыль от того, как будут работать деньги ваших клиентов. Здесь у нас есть недельные лимиты определенные, на инвестицию составляет $500 и на вывод средств $300. То есть, как видите, здесь есть определенный баланс между инвестициями и между выводом средств. То есть, многие компании за этим не смотрят, и, соответственно, происходят небольшие скачки, и компания, допустим, деньги находятся на торгах, сейчас она не может деньги вывести, и происходит определенная фиаско. Здесь компания все это предусмотрела, и поэтому сделала определенные лимиты на инвестицию и на вывод средств. То есть, если вы повышаетесь по статусу, соответственно, вы можете делать больше вывода и больше инвестиций. Homestead. Следующий называется статус. Здесь необходимо, чтобы ваш оборот был 5000 вашей команды, либо ваша инвестиция лично составляла от $500. Помните, о том, о чем говорили. То есть, если вы делаете инвестицию $500, вы резко автоматически получаете статус Homestead, потому что вы уже перешли на одну ступенечку выше. Здесь также работают для вас три линии. 7-3-1% и по бонусам от прибыли 5-3-1% вы получаете. Но инвестиция здесь уже составляет от $1000, это в неделю имеется в виду, и $500 на вывод средств. Следующий хороший статус, который уже такой по праву является лидерским статусом, еще не топ, но уже можно сказать, что человек уже сделал определенную работу, это Метрополис. Как раз его вы можете запросить в компании, и в течение там, 10 дней примерно вам дают этот статус, для того, чтобы вы могли его подтвердить. Что для этого необходимо сделать? Это либо достичь оборот вашей команды в размере $30000 инвестиций, либо ваши собственные инвестиции должны быть больше 3000. Здесь у вас уже открывается 5 линий, это уже 10% с первой линии вы получаете в глубину, 3 и с 3, 4, 5 по 1%. И, соответственно, бонус от прибыли тоже здесь у вас работает 5 линий, 7, 3, 3 и 4, 5 по 1%. Но инвестиции здесь уже в размере $3000 и на вывод средств у вас работает 1000. Далее у нас идет статус Serenity. Вот наш уважаемый партнер тоже недавно получил данный статус. И, соответственно, вы можете получать данный статус, если будете активно работать. Оборот структуры должен быть 100 тысяч и ваш либо инвестиционный портфель должен быть 10 тысяч. Здесь у вас работает уже тоже 5 линий. Вот можете посмотреть на слайд, то есть первая линия тоже 10%, но бонус прибыли тоже является от 10%. Ну и лимит здесь уже повыше. На инвестиции вы можете сделать $5000 в неделю и вывод в размере 2000. Далее у нас есть статус co-founder. Это такой, ну, уже топ-статус компании. Недавно у нас появился еще co-founder плюс. То есть здесь у нас должна быть инвестиция в размере 500 тысяч, это ваши команды, либо собственный портфель должен составлять в размере $30000. И здесь у вас работает также 5 линий, но уже с первой линии получаете 12% и по бонусу вы получаете с первой линии 10%. И в глубину тоже достаточно хорошие дивиденды у вас присутствуют. Ну, инвестиция здесь в размере 7000 и вывод средств в размере 3000. И здесь вот мы дополнительный слайдик для вас дополнили, потому что здесь у нас совсем недавно появился дополнительный топ-уровень компании, это Co-Founder Plus. Здесь необходимо сделать оборот $1000000, достаточно хорошая цифра, и, соответственно, 100 тысяч, которые вы должны привлекать дополнительно через вашу структуру. Ну и здесь у вас работает также 5 линий, ну и еще дополнительно вы получаете еще и бонусы. И на инвестирование здесь работает 10 тысяч и на вывод 5 тысяч. Вот такие статусы сегодня присутствуют в компании. Как видите, компания не заточена на то, чтобы развивать и сильно популяризировать именно партнерскую программу, но сегодня вы можете инвестировать ваши средства, инвестировать либо в криптовалюту, либо в доллар, и параллельно вы можете рекомендовать вашим знакомым, приятелям, близким, либо тех, кто занимается в MLM бизнесе, и на этом зарабатывать дополнительные деньги. Это уже на ваше усмотрение. Также в компании присутствуют очень хорошие промоушены. Вот наши активные лидеры, ребята, уже получили и iPhone 6, и MacBook,
Также у вас есть возможность получить $100 и футболочку за определенное выполнение, скажем так, нормативов по партнерской программе, и вы можете получать хорошие для этого подарки за вашу работу. Вот материалы, о чем я вам говорил сейчас, предоставлены на слайде, вот таким образом это все выглядит, и вы можете скачать все эти материалы, отдать любую типографию, и вам сделать полностью все макеты подготовлены. Также у вас есть возможность открытия офиса в вашем регионе. Что для этого необходимо сделать? Это нужно, чтобы у вас был определенный статус, и компания будет вас поддерживать и даст вам возможность сразу же стартовать $500 для открытия клуба, и $300 вам будет платить ежемесячно для того, чтобы вы могли оплачивать аренду. То есть какие преимущества? Это полностью у вас будет финансовая поддержка при запуске клуба. Плюс вы можете обращаться к компании, вы будете официально работать от компании, у вас будет договор от компании, то есть если, допустим, кто-либо придет к вам, а на каких основаниях вы кому-либо рекомендуете бизнес, вы показываете полностью, что здесь вы являетесь клубом, потому что каждый клиент у нас делает инвестицию через безналичную форму оплаты, то есть не через руки, да, то есть как происходит иногда проблемы, а человек делает инвестицию через собственную пластиковую карту, соответственно, это полностью для вас является безопасностью, потому что здесь идет рекомендация бизнеса, поэтому это очень правильно и удобно. То есть требования какие у вас есть? У вас должен быть подтвержденный статус Метрополис, я вам сейчас показал, что необходимо для этого сделать, и оборот должен быть более чем 30 тысяч. Соответственно, вы можете давать запрос, писать на саппорт, и компания откроет вам клуб, либо представительство в вашем регионе. То есть необходимо, чтобы у вас было хорошее светлое помещение, больше чем 20 квадратных метров, использовать определенные нормативы, это клубную символику, F-Trade. Ну, офис должен быть, естественно, порядочная мебель, и там вы можете проводить ваши встречи и, друзья, презентации. Ну, сейчас суммируя, что вы получаете при сотрудничестве с компанией F-Trade. Здесь мы для вас подготовили 15 тезисов, которые вы получаете сегодня при сотрудничестве с компанией. Итак, у вас есть действительно хорошие, надежные инвестиции передовой компании на рынке криптовалют. У вас есть хорошая мультиязычная поддержка и сплоченная команда профессионалов. Есть хороший качественный сервис ввода и вывода денежных средств. Также у вас есть доступные инвестиции в криптовалюту нового поколения Ethereum. Получение стабильного и пассивного дохода плюс автоинвест. Есть различные формы инвестиций, друзья, это и доллар, и биткоин, и эфир, и плюс у вас есть возврат депозитов. Хорошая, щедрая партнерская программа у вас присутствует. Для вас разработан полностью инновационный сайт, рекрутинговые странички захвата, официальные документы от компании у вас предоставлены, полноценная статистика и отчеты по работе трейдерам, маркетинговые материалы для вас полностью всем готовлены, обучение по криптовалюте тоже для вас есть такая возможность получить. Открытие офисов в разных местах, то есть это тоже можно подготовить и сделать. Ну и, соответственно, старт работы сегодня уже в 40 странах мира и более чем 100 тысяч клиентов, чуть больше, чем за год работы. Ну и возможность сегодня для вас это стать финансово, друзья, независимым. Это то, что хотелось сегодня вам предоставить полный обзор и статистику по компании, по ее деятельности. И поэтому те, кто сегодня у нас присутствует впервые на нашем вебинаре, обратитесь к вашему знакомому, другу, кто пригласил вас сегодня присутствовать на нашем вебинаре. Он расскажет вам, каким образом присоединиться к нашей компании. Ну, естественно, что судьба – это очень удобное слово для тех, кто никогда не принимает решения. Друзья, надеюсь, вам понравилось сегодня присутствовать на моем вебинаре. Поставьте плюсики, пожалуйста, или минусики. Раз-раз. Извиняюсь, видите, кашель у меня появился. Немножко болею сегодня. Хорошо, друзья. Мы обязательно с вами увидимся еще и на следующей неделе. Большое спасибо за то, что уделили это время. Мне было приятно для вас поработать. Этот час пролетел очень быстро. Мы для вас подготовили информацию полную, где вы смогли увидеть и все слайды, и всю информацию. Плюс вы видели еще и подготовленные видеоролики для вас. И хочу сказать, что еще вышло у нас дополнительно еще и студийное
презентацию, вы можете зайти и посмотреть в скайпе, либо зайти на нашу официальную группу ВКонтакте, и там есть ссылочка, вы тоже сможете скачать студийную презентацию на 20 минут, коротенькую, с моим участием. Если вам необходимо, можете скачивать, ставить себе на канал, и тем самым клиент будет полную информацию видеть о компании. Итак, еще раз хочу вас поблагодарить за встречу. Добро пожаловать в нашу дружную команду. Присоединяйтесь и стройте свое будущее вместе с персоналом компании F-Trade. Всего доброго, друзья, и до новых встреч. С вами был Роман Евдасев. До свидания, друзья. Большое спасибо Роману, очень интересная информация. Я очень рад, что сфера криптовалют все больше и больше пробирается в обычную жизнь. Ребята, спасибо всем, что пришли, спасибо Роману. Небольшое маленькое объявление еще, если не все успели убежать. Ребята, у нас начинается очень интересное командное обучение. Будем рады видеть людей, которые хотят развиваться вместе с нами и делать это через современные инструменты, инновационные. У нас стартует курс по продвижению ВКонтакте. Остаются еще пару мест, и обучение в следующей неделе начинается. Вот, чуть не забыл пригласить, вдруг кто-то заинтересовался. Вы научитесь создавать себе очередь из партнеров и инвесторов. Записаться можно по ссылочке. Ребят, всем пока. Увидимся на наших следующих вебинарах. Всем хорошего вечера.